Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Евгений Гордеев из города Смоленска. Я предлагаю вашему вниманию серию видеороликов, которые оставляю без комментариев. У меня только один вопрос. Кто порой, а может быть и зачастую, овладевает нашими сыновьями, внуками, этими прекрасными, веселыми, беззаботными, этими высокими духовно мальчиками? Кто овладевает их мыслями, мечтами, деяниями? Кто берет на себя смелость решать вопрос об их будущем? Кто эти люди или этот человек? Ничего не проигрывает. У нас есть традиция танцевать. Припишь, смотри. Посвящение соколам – это танец. Это такой... Танец сокола. Я сейчас там умеешься. Я? Я в Индии такого не видел. В Индии. Так, я созрел. Пора и нас принимать в партию. А Серега созрел? Он всегда готов. Созрел. Я пойдем? Вот, в смысле, Сергей, я жду вас, так сказать. Помните собеседование? Пойдем? Переговорочный. Ура! Он уже знает. Да. А давайте выйти перед нашим уходом. Нет, слушай, потом. Потом. Идите, пить то в пите, скажу. Давайте я с вами выйду. Давай. Привет, с тобой. Вот там мы с нами. О! Горяченький. Добавил? Да, так. Павел Владимирович, чтобы доволен был. Да. А хватит? Хватит, нормально. Павел Владимирович, я. Ну и я, Дрянь. Владимир Жириновский во время предвыборной кампании навещает питерский клуб 69 с призывом: «Геи России, объединяйтесь, голосуйте за ЛДПР и будете любить друг друга спокойно». Сука, человек способен хорошо работать, ответственный, энергичный, деятельный, главное, деятельность, он будет стараться по длине члена, блядь. Жириновский наш кумир! И не забывайте, друзья, прошу, о нашем домашнем приюте Катавасия 67, обитатели которого с нетерпением ждут от вас любой приемлемой для вас лично помощи в приобретении лекарств, лечении, кормлении и содержании этих прекрасных наших четвероногих малышей. Всего нам всем доброго. Пока.